Вітаю вас, ми повертаємось до студії «Репортер». Мене звуть Григорій Блайда. Одеса готується відзначити 74-ту річницю великої перемоги у Другій світовій війні. Як відомо, щороку ветеранів дедалі менше, а ті, що, на щастя, ще з нами, потребують чималої фінансової допомоги від держави. Сьогодні ми поговоримо в цій студії про міські програми допомоги ветеранам з депутатами міськради. У нашій студії Олександр Іваницький, депутат міськради від партії «Довіряй ділам». Олександр, вітаю вас. Добре. Світлана Осоуленко, голова фракції Української морської партії в міськраді. Світлана, я теж вас вітаю. Добрий вечір. Тож давайте до справи. Власне, як саме виплати, які саме виплати на рівні міста, на рівні мерії, на рівні депутатського корпусу, можливо, існують і діють зараз в Одесі? В первую очередь хочется всех поздравить, всех одесситов. Город-герой Одесса завтра будет отмечать, наверное, самый мой любимый праздник – 9 мая. Сегодня слово «война» и «победа», я думаю, звучит по-особенному не только для меня, но и для очень многих граждан нашей страны. Знаете, когда там 5 лет назад, 10 лет назад мы говорили, чтобы не было войны, с Днем Победы, это звучало каким-то образом, как, я не знаю, как это, дань истории, но эти слова для молодого поколения не имело такого смысла и фундамента, как сегодня. Потому что, к сожалению, в нашей стране идет война. Вдумайтесь, у нас так называемое АТО уже длится дольше, чем Вторая мировая война. И, безусловно, я хочу поздравить всех одесситов с этим знаменательной датой, 74-й годовщиной Победы. Совсем недавно мы отметили 75-ю годовщину освобождения Одессы, и я считаю, что в нашем городе-герое Одесский городской совет, городской голова уделяет особое внимание этим датам. Я хочу сакцентировать внимание, что к 10 апреля, Дню освобождения Одессы, мы это не разделяем как общее там, празднование и чествование ветеранов и героев. Одесский городской совет потратил порядка 70 миллионов гривен на различные выплаты. Это не только освободителям и оборонщикам Одессы, но категории, которым были оказаны выплаты, они расширились. Это и ветераны Афганистана, и дети войны. К 9 мая порядка 35 миллионов гривен Одесский городской совет выделит на чествование, на адресную муниципальную доплату. Это одноразовая финансовая допомога? Не только. Единоразовая помощь в размере 5000 гривен и 2000 гривен к праздникам, оборонщикам и освободителям. И ежемесячные выплаты, которые существуют к этому множеству категорий людей, которые действительно заслуживают внимания государства. И сегодня наш эфир 8-го, да, в преддверии 9 мая, 8 мая, день памяти и примирения. Мы дискутировали с коллегами, на самом деле такой, я за праздники. Вот чем больше праздников, памятных дат, тем лучше. Но как мы видели, исходя из там, возложений и мероприятий, которые проходили сегодня, отношение людей, все-таки этот праздник, я бы сказала, не восприняло наше общество. Почему? Потому что в 2015 году президент Порошенко подписал указ о праздновании 8 числа, День памяти. Всегда нам пытаются создать альтернативу нашим праздникам и нашим памятным датам. И то, что общество не восприняло этот праздник, это, наверное, и показатель, в принципе, избирательной кампании. То, что нам не нужно переписывать историю. У нас есть наше 9 мая. И я хочу подчеркнуть, что именно фракция Украинской морской партии была инициатором. И все фракции, я хочу поблагодарить, поддержали эту инициативу. Мы писали письмо в Институт национальной памяти, где выражали позицию всего Одесского городского совета, что мы не отдадим наши праздники, что для города-героя Одессы 9 мая – это особый праздник. Давайте повернемось до цифр. Олександре, от скільки зараз за статистикою в Одесі мешкає ветеранів, учасників бойових дій, не лише тих, хто обороняв і визволяв Одесу, і, власне, щодо, знову ж таки, матеріальної допомоги. Скільки вони отримують, ці люди,
І чи передбачена фінансова допомога від мерії на адресу дітей війни та інших категорій населення, які мають стосунок до Великої Вітчизняної війни? Ну, непосредственно участников участников Второй мировой войны в нашем городе сегодня числится порядка 80 человек. Непосредственно освободителей нашего города 8 человек, дай Бог им здоровья, живые. Материальная помощь, которая, будем так говорить, есть разделенные понятия государственной поддержки и городской поддержки. Отдельная городская проплата идет именно непосредственно участникам Великой Отечественной войны. Единоразовая выплата поднята с 2000 гривен до 5000 гривен в этом году. Каждый месяц получают целевую доплату за счет городских программ, городской программ поддержки участников боевых действий с 800 гривен до 1000 гривен каждый месяц. Также у нас существует, учитывая то, что из категории государственной поддержки вынесена такая статья, как «Дети войны», мы все-таки посчитали необходимым оставить в программе поддержки детей войны в городской программе. И дети войны точно таким же образом получают и ежемесячные выплаты, и единоразовые выплаты к знаменательным датам. Также городские программы охватывают такие слои населения, как и ликвидаторы Чернобыльской атомной аварии, участники антитеррористической операции сегодня тоже охвачены программой, городскими программами поддержки. В общем-то, весь тот спектр категорий граждан, одесситов, которые нуждаются сегодня в социальной защите и помощи, сегодня охвачены городскими программами. Более того, сегодня пересмотрена программа поддержки и компенсации для улучшения жилищно-материальных условий и оплате жилищно-коммунальных услуг с 3000 гривен до 10000 гривен, опять же, вот этим льготным категориям граждан. То есть сегодня изыскиваются городской властью все возможности для того, чтобы наших, так скажем, заслуженных и уважаемых людей действительно каким-то образом поддерживать, стимулировать и не давать возможности где-то... Щодо тарифів, про що заговорили в контексті тарифів, всі знають, як останніми роками впав цей тягар на плечі не лише молодих людей, а й пенсіонерів, і ветеранів, зокрема. Я так розумію, місто теж долучається до того, щоб цей тарифний тягар, який останніми роками склався в Україні, їм полегшився. Так? Совершенно верно. Это вне зависимости от тех программ субсидирования, государственных программ субсидирования. Отдельно от этих программ город еще оказывает материальную помощь одесситам в оказании по услугам жилищно-коммунального. То есть можно сказать, такая местная субсидия до 10 тысяч гривен. То есть если государство декларирует субсидии и возможности для людей там уменьшить финансовую нагрузку, я хочу сказать, что это неправда, потому что получить субсидию с каждым днем становится сложнее. Увеличивается пакет документов, категория, ограничения. И город Одесса идет навстречу, понимая, что каждую ситуацию нужно рассматривать в отдельности. И если субсидию невозможно получить, если есть долги за коммунальные услуги, то 10 тысяч гривен – это тот максимальный предел, который можно получить на услуги жилищно-коммунального хозяйства, даже если есть долги. Потому что мы понимаем, что если человек обращается, он попал в тяжелую жизненную ситуацию, то, наверное, ему тяжело погасить эти долги, а субсидия, ну, ограничивает такую возможность. Возвращаясь к 9 мая, к празднованию, я хочу отметить, что вчера, 7 числа, мы, фракция Украинской морской партии, лидер партии Кивало Сергей Васильевич, мы отметили и почествовали ветеранов, как мы делаем это не только 9 мая, но очень часто встречаемся с этими действительно заслуженными людьми. Порядка, да, более 300 человек были вместе с нами, пели военные песни. И знаете, такие праздники, которые, ну, уже любят одесситы и ждут их. Понятно, что очень многие действительно реальные оборонщики, освободители Одессы физически не могут прийти на эти праздники. И мы стараемся приехать каждому, подарить частичку тепла, улыбок, внимания тем ветеранам и освободителям, которые
приехать не могут. И также мне хочется так анонсировать, что завтра в парке Победы нами организовано совместно с Dental Center и Сергеем Гончаруком, знаете, такой вот, я бы сказала, мой друг, с которым я познакомилась как пациент, но мы уже стали добрыми друзьями, потому что человек настолько социально активный и отзывчивый, и придумали совместную акцию. Так как у нас так мало осталось ветеранов, и хочется каждому помочь, и, знаете, улыбки наших стариков на самом деле это не менее важно, чем улыбки наших деток. Поэтому завтра мы торжественно вручим 100 ветеранам, освободителям, оборонщикам сертификаты на пожизненное бесплатное обслуживание в дентал-центре. И ну, такой небольшой социальный вклад, частичка социально ответственного бизнеса и фракции Української морської партії. Дуже цікава акція. Власне, давайте ще раз до цифр повернемось. Чи є у вас певне розуміння, статистика, чи як приблизно на якій позиції знаходиться Одеса за рівнем виплат, соціальних виплат ветеранам війни, учасникам бойових дій, дітям війни, порівняно з іншими, приміром, містами-мільйонниками в Одесі? Адже Одеса – місто-герой. Я так розумію, логічно, що в Одесі мають ці виплати бути трошки, може трошки, буде не меншими, ніж в інших містах. Це ні в коїй мірі не прив'язано к званню міста Одеси героя. У нас це сьогодні, дійсно, ви дійсно попали в точку, як говориться, міст Одеса сьогодні на першому місці в Україні по виплатам, по доплатам, по матеріальній допомозі непосередньо людям, о тих категоріях, о яких ми зараз з вами говоримо і беседуємо. Більше того, сьогодні в місті діє програма на недавней сессии, это первый, мы практически являемся одним из первых городов, вернемся все-таки к теме и участников антитеррористической операции, которые, ребята, которые принимали участие в боевых действиях, получили земельные участки и имеют возможность там построиться. Мы один из первых городов, кто тоже в этом поучаствовал. Поэтому хотелось бы, конечно, действительно сказать спасибо такому социально ответственному бизнесу, который берет на себя такую инициативу. Действительно, ветеранов у нас, к сожалению, становится с каждым годом все меньше и меньше. И действительно, каждый депутат, работая и на своем округе, и работая у себя в районах, сегодня проводит и встречи, и привалы. Завтра у нас будет возложение, наше традиционное возложение к памятнику неизвестному матросу. И потом все, каждый из нас, депутатов, разъедутся по своим округам, проведут привалы, проведут беседы с людьми, с ветеранами, с оставшимися живых ветеранами, настоящих ветеранами. То есть работа будет и ведется. В Одессе зберігається атмосфера свята. Попри те, що в деяких політичних колах в Україні 9 травня або хочуть замовчати, або надати йому іншого статусу, статусу такої трагедії, статусу для нашого покоління, для людей вашого покоління, це свято насамперед. І в Одесі діючі мери, і ви, депутати, намагаєтеся, так розумію, зберегти цю атмосферу свята, яке було в моєму дитинстві, в вашому дитинстві. Так? Ви знаєте, от треба оставити кожному свій праздник. Да, якщо ми хочемо зшити наше общество, зшити страну, на Западній Україні, можливо, є свої пріоритети, свої направлення, свої герої. У нас є свої герої, є своє розуміння історії, як воно було. І, чесно говоря, ви знаєте, ця спекуляція на, будем говорить, на горе, на трагедии когда-то целого, единого, огромного государства, во время, так скажем, которой Украина потеряла практически порядка 8 миллионов прямых потерь, ну, наверное, вообще несправедливо и нечестно, и неправильно об этом говорить сегодня. То есть каждый должен воспринимать этот праздник, как он воспринимает, как ему говорили родители, как мне пересказывала моя бабушка, как я знаю, как погибли мои деды. То есть, ну, для меня другого праздника нет. Вот праздник со слезами на глазах, он есть такой, как он есть. У кого-то, может быть, другая позиция, другое зрение. Я, возможно, могу уважать, возможно, могу прислушиваться, но я, в общем, прошу не заходить, как говорится, и на мое поле в понимании того, что есть для меня оценка этих действий. Для вас, Светлана, это что? На самом деле, мне очень приятно, что... Ну вот посмотрим, как завтрашний день пройдет. Я уверена, что он пройдет прекрасно, потому что очень много одесситов планируют прийти
выразить дань уважения памяти этой даты. Но для меня очень так трогательно и будоражаще было 9 мая прошлого года, когда на самом деле из-за политических событий, смещения акцента, вот как-то пару лет люди побаивались. Вот просто побаивались выходить, быть неправильно понятыми, быть окрашенными в какую-то политическую силу. И когда, знаете, какой-то вот страх прошел, ну, простой, нормальный человеческий страх. И когда в том году огромное количество людей, одесситов вышло, положило цветочки, пришло к памятнику неизвестному матросу на 10 апреля, вот просто, знаете, ну, такую гордость, просто разбирала гордость за наших людей, за то, что мы помним, за то, что мы знаем, за то, что мы чтим. Знаете, это всегда был праздник в моей семье. У меня была политзаключенная бабушка, у меня воевал дедушка. Я с детства привыкла ходить на 9 мая к вечному огню и дарить цветочки проходящим ветеранам, бабушкам и дедушкам. И у меня дочка вот на 10 апреля, я ее не взяла, она говорит: как ты меня не взяла, я тоже хотела. Вот я же в том году ходила, говорю: Лиза, это было 9 мая, потому что, ну, 10 апреля у нас нормальный рабочий день, и в школе были занятия. Я говорю: на 9 мая обязательно пойдем. И, знаете, для меня самое ценное, что мы передаем память, историю, вот как мы можем, как мы умеем нашим деткам. И то, что моя дочка собирается, выбирает платье для того, чтобы пойти завтра на праздник 9 мая, именно праздник, подарить цветочки бабушкам и дедушкам, сказать спасибо за наше мирное небо, потому что сегодня мир и вообще слова о мире звучат по-другому. А нашим ветеранам я хочу пожелать здоровья, здоровья и только здоровья. А наша совместная задача депутатов, политиков, чиновников, бизнеса, всех граждан просто уделять внимание. Вот если каждый скажет спасибо, доброе слово, или подарит цветочек, или сделает хотя бы совсем небольшое дело для каждого ветерана, мы сделаем этих людей счастливыми, мы просто изменим нашу жизнь. Дякую вас. Зі святами вас приєднуюсь до привітання. І головне, аби завтра минулося без провокацій, які, на жаль, теж бувають. І я гадаю, що правоохоронні органи гідно відреагують на ці, мабуть, спроби дестабілізувати ситуацію в Одесі. Дякую вам, спасибі вам за ваші ініціативи. Приходьте до репортера, будемо раді. Спасибо. Щасти вам, залишайтеся з нами, побачимось.